Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, а также на юге Тюменской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе социальных и культурных проектов «Лукойла». На протяжении 18 лет западносибирские нефтяники помогают претворить в жизнь идеи, которые направлены на развитие подрастающего поколения, организацию спортивных и культурных мероприятий. При этом многие программы, получив поддержку общества, продолжают реализовываться на протяжении многих лет. В 2020-м одним из лауреатов стала Эльза Марагина, руководитель Центра семейного устройства «Счастье в детях». Она представила проект «Мы вместе», и он работает по сей день. Наш самый первый проект «Мы вместе», он до сих пор мы благодарны «Лукойлу», потому что все это оборудование, оно в действии, и мы теперь, так как, допустим, вот мы приобрели именно для рисования в технике «Эбру», и все от этого получают удовольствие, потому что это довольно-таки необычно. Легко каждый понимает, что он творец, и результат может взять тут же с собой. При этом победители прошлых лет могут принимать участие и в дальнейших конкурсах. Эльза Марагина вновь стала лауреатом в 2022-м с программой «Бочи Фьюжн. Прояви себя». В этом году прием заявок продлится до 31 мая. В Покачах подать документы можно в телерадиокомпании «Ракурс» по адресу улица Таежная, дом 4.